Дагестанский боксер тяжеловес Магомед Омаров выступит на 27-й Всемирной летней универсиаде в Казани, которая пройдет с 6 по 17 июля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 170 стран. Лидер российской сборной занял 3-е место на международном турнире, который прошел в Чехии. В полуфинале Омаров уступил призеру Лондонской Олимпиады Ивану Дычко из Казахстана.